1 квітня клеїти дурня не будемо. Одразу почнемо зі справ серйозних. Адже, як на мене, жартувати можна коли завгодно і не чекати спеціального дня. Головне, аби вдало і влучно. От і наш гість одного разу дуже влучно пожартував на всю країну і увійшов до історії. Максим Голосний, автор знаменитого плакату «Переписала хату на кота». Сьогодні на 9 каналі. Але не в якості жартівника. Він, хто не знає, голова сільської ради селища Єлизаветівка. Ми працюємо в прямому ефірі, тож маєте запитання до гостя, телефонуйте 370-3101. Добрий вечір. Добрий. Я вас правильно представив? Не ошибся ні в яких позиціях? Максим Голосний. Ударіння чуть-чуть. Ударіння. Да. Извиняюсь. И, наверное, первый вопрос. Вот так неожиданно вы почему-то решили избираться именно в Елизаветовке. Почему? Не неожиданно. С 10 до 11 года я уже был головой Елизаветовского сельского совета, продержался на посту 10 месяцев, вступил в конфликт с действующей областной властью, были досрочно прекращены мои полномочия, было возбуждено ряд уголовных дел, и по итогу был полностью оправдан, после уже был плакат и повторно избирался на данную должность. Примечательно только то, что никакой рекламы, никакого предвыборного пиара вообще не использовал, полный ноль по рекламе, ни одного предвыборного обещания. Потому с первого дня своей работы на данной должности исполняю все свои предвыборные обещания, которых не было, в полном объеме. Итак, вторая каденция. Как работает сейчас? Нормально работает пока. Как сказать, какие есть проблемы? Большинство людей, которые во главе района стоят сегодня, это те же люди, которые были в 2010-2011 году. Основная масса руководителей практически не поменялась. Со старой командой пытаться имитировать реформы получается, вот именно ключевое слово «имитировать». Если говорить о Елизаветовке, насколько у меня есть информация, это одно из самых богатых сел в Петриковском районе, если не самое богатое. Голубые озера известные. Ну, все ли так хорошо? Зарабатываете ли вы деньги? Порядок? Ну, давайте вот о простом поговорим. О мусоре. Насколько я знаю, все, кто едут на левый берег Днепродзержинска, проезжая мимо вашего села, просто из стороны в сторону шарахаются от того количества мусора, которые присутствуют на дорогах. Да, действительно. Село самое богатое. Бюджет 4,5 миллиона гривен. Перевыполнение бюджета порядка 1 900 000 гривен. Тем не менее, проблема мусора одна из многих проблем данного населенного пункта, потому как от начала создания Петриковского района мусор цивилизованный, централизованный вывозился только в самой Петриковке. Все остальные населенные пункты на постоянной основе мусор не вывозили. Соответственно, мусор накапливается на лесополосах, в полях, свалки спонтанные растут как грибы. Работаем над этим вопросом, так же как над вопросом освещения и восстановлением дорожного покрытия. По бумагам, по документам, мы самый богатый населенный пункт Петриковского района. По факту так не скажешь. Когда проезжаешь Елизаветовку, будем говорить, в 8 часов вечера, свет не горит, дороги разбиты, мусор лежит. Нельзя сказать, что это самый богатый сельский совет Петриковского района. Но если поговорить и о таком направлении, что виноваты не только чиновники, а и люди. Люди на самом деле очень контактные, говорят, покажите нам, куда цивилизованно высыпать мусор, и мы готовы высыпать мусор не в посадке, не в лес возить его, не закапывать его на окраинах населенного пункта. Я думаю, что до 9 мая этот вопрос будет решен, потому как 11 апреля у меня будет 100 рабочих дней, я думаю, что максимум сделал для того, чтобы в ближайшее время эта проблема была решена. Еще одна не меньшая проблема. Елизаветовка начала мелькать в электронных СМИ, связанных с проблемами по газу. Вот, насколько я знаю, неизвестные там даже подбрасывали в один из детских садов какую-то жидкость. Не подбрасывали, сливали. Сливали какую-то жидкость, дети не ходили в садик. Давайте вот более детально расскажите о том, что произошло и что предвещало этой истории. Около 2 месяцев назад одна из компаний частных, которая занимается поставками газа, предложила Елизаветовскому сельскому совету подписать ряд договоров, которые были датированы
1 января 2016 года на поставку газа и так называемый договор на транспортировку. В результате подписания этих договоров задним числом у Елизаветовского сельского совета могли возникнуть долговые обязательства в размере свыше 200 тысяч гривен. Соответственно, такие договора не были подписаны. Было предложено подписать к несуществующему договору доп. Соглашение. Такое доп. Соглашение также не было подписано. Весь пакет документов, которые предоставили нам частные компании, был направлен в антимонопольный комитет для разбирательства по факту. Значит, услышав принципиальную позицию о том, что задним числом ничего не будет подписываться и регистрироваться, представители газовой компании попытались имитировать поломку, утечку газа в районе детского сада села Елизаветовка, а именно путем слива неизвестной жидкости. Жидкость устанавливается на сегодняшний день в рамках уголовного расследования. Предположительно, это этилмеркаптан. Довольно-таки едкое и токсичное вещество, которое может нанести серьезный вред жизни и здоровью людей, если оно не разбавлено с газом, который идет у нас как бы по трубам. Был вызван наряд милиции, полиция уже на сейчас приехали, отобрали пробы. Только покинули место происшествия, буквально через 15 минут появились представители газовой компании, объясняя то, что им поступил сигнал о сильном запахе газа и необходимости отключения данного учреждения от газопостачания. В итоге собралось население в присутствии фото-видеофиксации, запустили их на территорию, дали осмотреть котельную. В результате всего выяснилось, что у нас сожжет русский неустановленного образца, небольшая трещина в дымоходе, что-то там с огнетушителем. В итоге все это было устранено в течение 24 часов. Ну, на этом официальные претензии кончились. В результате конфликта представитель одной из частных газовых компаний пообещал, что если не будет заключен договор именно с его компанией, он сделает все, что в селе Елизаветовка перестанет подаваться газ. После его угрозы в течение 15 минут действительно был отключен газ. Как следует из официального пояснения главного инженера Днепродзержинсгаз, если я не ошибаюсь, причиной отключения газа стало аварийное отключение ввиду поломки на ГРП-2. Вот такая ситуация на сейчас. Значит, что стоит отметить, что муссируют электронные СМИ и вокруг чего вообще происходит весь сыр-бор. Если договора не заключены, каким же образом Елизаветовский сельский совет потребляет газ? Очень просто. По 13 статье Конституции и уважаемым телезрителям и всем, кому интересен этот вопрос, предлагается всего лишь три статьи. Не пустые слова о Конституции, о законе, о верховенстве права, о прямой норме Конституции. Первая статья 13, потом статья 41 и потом статья 8. Все крутится вокруг того, что все недра, дословно земля, ее недра, природные ресурсы, которые находятся на территории Украины, принадлежат народу. От имени народа интересы и право собственности отстаивают либо органы государственной власти, либо органы местного самоуправления. Поскольку я являюсь главой Елизаветовского сельского совета, головной по судовому особого органа местного самоуправления, плюс по статуту территориальной громады являюсь главой территориальной громады, я считаю, что я потребляю газ по 13 статье Конституции абсолютно бесплатно. Косвенно это подтверждается тем, что ни один из представителей частных газовых компаний до сих пор не обратился в суд. В суд обратился только Елизаветовский сельский совет за незаконную попытку отключения. Также не обращаются ни в полицию, ни в прокуратуру. Фактически не с чем идти в суд. Если говорить языком юридическим, нет первички, нет первичных документов, с чем же обратиться в суд. Договора не подписаны, Конституция действует. Зачем мне подписывать договора и покупать то, что по Конституции так принадлежит, народу? То есть, Своими действиями вы можете создать прецедент, в том числе и в масштабах Украины, не говоря о Днепропетровске? Мы стараемся, на самом деле, создать, мы нарабатываем юридическую практику, что из этого получится, мы посмотрим. Но в Конституции четко прописано очень хорошо, то есть в статье 13 о том, что
Власність зобов'язує, дословно. Власність не повинна використовуватись на шкоду людині і суспільству. Якщо власником є держава або орган місцевого самоврядування, відключає в отопительний період, допустим, дитячий сад, там, школу, там, амбулаторію, що-небудь від газу, нарушається 13 стаття Конституції. Такого бути, в принципі, не може. Дійсні представники частної газової компанії, які попытались слити неізвісне хімвещество, підтверджують те, що правових оснований для того, щоб воспрепятствовать мне потреблять газ по 13 статье Конституции, увы, на сегодняшний день нет. Хотя я на самом деле ждал каких-нибудь там позывных заяв, там заяв в прокуратуру, например, там о хищении якобы там газа. Ну как можно украсть то, что по Конституции априори принадлежит тебе? То есть каждому из нас, кто является гражданином Украины, я считаю, что норма очень позитивная и очень правильная в том плане, что для тех, кто не знает, в Арабских Эмиратах для населения пресная вода бесплатна. И для понимания телезрителей воды пресной ввиду географических особенностей Арабских Эмиратов нет и никогда не было. То есть я думаю, что 13-я статья Конституции должна использоваться во благо именно народу Украины, именно в том плане, что для потреб населення, як у нас кажуть, газу достатньо, ми видобуваємо достатню кількість газу для того, щоб задовольнити потреби населення. А бізнес уже, пожалуйста, пусть розбирається. Чим може мені грозити мої дії? Максимум. Дійсно, з мене можуть взискати якусь суму, попитатися, доказав в суді а. об'єми газу і б. його походження. Якщо газ російський, він закуплений на території Росії, постачався мені, тобто не був добутий на території України, то дійсно може бути, що Єлизаветівська сільська рада сплатить за лічильником саме тій компанії, яка доведе, що цей газ належить саме російській компанії, ну, тій чи іншій, і був поставлений без договорних умов, не зрозуміло з яких причин, саме до Єлизаветівської сільської ради. Не можу не спитати, як взагалі реагують правоохоронні органи? Ну, розуміння більше в кого? І з ким? З вами? Чи з тими, хто інколи отак робить? Неофіційно сказали не втручатися, нехай з'ясовують стосунки у судах. Значить, домоглися, по-перше, внесення відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань заяви про вчинення кримінального правопорушення по факту забруднення природнього навколишнього середовища, яке могло спричинити значну шкоду життю та здоров'ю неповнолітніх, просто людей. Але ж відомості про кримінальне правопорушення стосовно невідомої особи, яка погрожувала відключити населений пункт від газопостачання будь-що, досі в єдиний реєстр досудових розслідувань не внесені. Вчора я отримав офіційну відповідь, чому. Маю намір, згідно чинного законодавства, оскаржити дане рішення, дану відмову, яка є повністю незаконною згідно 214-218 статті Кримінально-процесуального кодексу. Практика в мене вже доволі сильно напрацьована, тренувався і на обласних прокурорах, і на районних прокурорах, і не бачу перешкод для того, щоб судовому порядку визнати протиправну бездіяльність і зобов'язати відповідальну особу внести відомості, викладені у моєму повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування. Ну, сподіваюся, що правда дійсно має перемогти. Наступне запитання про децентралізацію, ваше відношення до неї, як вона працює на місцях? Це дуже таке, знаєте, болюче питання, тому що перше, з чим я стикнувся, то з тим, що без рішення місцевої громади, без рішення депутатів, не ставлячи до відома голову сільської ради, нас вирішили об'єднати ще з двома населеними пунктами, які з нами межують, це Миколаївка та Курилівка, створити єдину Курилівську об'єднану територіальну громаду. Більш того, подали такі відомості до губернатора Дніпропетровської області, подали такі відомості до Кабміну. А враховуючи це, що це добровільне об'єднання громадян, я скликав сесію, поставив таке питання, ми використали своє конституційне право російському на самоопределення, определились ни с кем не объединяться, сохранить свою независимость, поскольку мы самый богатый, самый самодостаточный сельский совет Петриковского района. Вот и все. Посмотрим, как она будет. Ну, сподіваюсь, до цієї теми і до інших тем повернутися, ну, вересні. Зустріч після літніх канікул. Подивимо, що сталося за цей час. Наші двері для вас відкриті. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Дякую. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу був голова сільської ради селища Єлизаветівка Максим Голосний.